На расширенном заседании правительства области обсудили проект бюджета на 2019-2021 годы. Планируемые доходы региона – 136 миллиардов рублей, расходы – 134 миллиарда. Наибольшие суммы будут направлены на социальную политику, здравоохранение и образование. Также на заседании рассмотрели перспективы разных отраслей экономики. Так ожидается, что в ближайшие три года рост сельхозпродукции составит почти 13,5%.